Более 40 ведущих ученых в области пожарной безопасности из России, Украины и Белоруссии собрались на международную научно-практическую конференцию в Ивановском институте МЧС. Первую делегацию специалистов встретили уже сегодня. Перед тем, как приступить к обсуждению новых методов борьбы с пожарами, для участников конференции провели экскурсию по вузу. В данном классе установлена пока уникальная по России программа, разработанная с группой компании «Транзас» город Санкт-Петербург. Это тренажер «Пожарная тактика». При проведении занятий использования данного тренажера мы отрабатываем действия по прибытию к месту вызова или чрезвычайной ситуации боевых расчетов, проведение аварийно-спасательных работ и тушение пожара. В институте МЧС создан специальный комплекс для подготовки будущих пожарных и спасателей. На 1000 квадратных метров расположены учебные центры управления, классы теоретической подготовки, а также несколько классов со специальными тренажерами. Например, здесь демонстрируется метод тушения пожаров с помощью пенообразователя. А здесь курсантов учат управлять автомобилем, катером ГИМС и даже беспилотным летательным аппаратом. Уникальность этого комплекса в том, что он состоит из десятков различных тренажеров, которые могут в зависимости от задания работать или отдельно, или работать совместно в едином информационном пространстве, которое позволяет проводить командно-штабные учения различного уровня. Большое внимание в институте также уделяют физической подготовке будущих спасателей. Курсанты тренируются в этом спортивном манеже. Это всего лишь часть большого спорткомплекса, который скоро появится на территории института. Сейчас идет строительство бассейна и ледовой площадки. Я вообще-то потрясен увиденным. Я такого, так сказать, не ожидал даже. Понятно. По сравнению с тем, что у нас находится в Харькове, это тут значительный шаг вперед, и нам есть теперь на что равняться. Делегаты рассчитывают не только на обмен опытом, но и на дальнейшее тесное сотрудничество. Ведь зарубежным специалистам тоже есть что показать и рассказать. И я думаю, что это одна из тех сфер деятельности, которая объединяет страны и ни в коем случае, так сказать, не политизирована, как у нас на Украине. Это международная конференция. Нам помогает узнать очень много из практической и научной деятельности иностранных организаций и научных сообществ именно в области пожарной безопасности. Сама конференция продлится 3 дня. Специалисты будут работать по разным направлениям. Особенно много ожиданий от секции пожаротушения. Участники встречи будут обсуждать применение новых и, возможно, более эффективных методов борьбы с огнем. Анастасия Николаева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.